И словно из рая спустилась я в ад. И только родные. По-русски меня офицер обругал, внизу ожидавший в тревоге, а сверху мне муж по-французски сказал: «Увидимся, Маша, во строге». Хочу я сказать спасибо вам, русские люди, в дороге, в изгнании, где я ни была, все трудное каторги время. Народ, я бодрее с тобою несла мое непосильное бремя. Пусть много тягот тебя пало на часть, ты делишь чужие печали, и где мои слезы готовы упасть, твои уж давно там упали.